Всем привет, заново записываю видео, не получилось, был косяк. Так, я не могу сейчас стримить, так как у меня дома не быстрый интернет. Вот, и мне приходится просто записывать. Вот, продолжаем работу над персонажем, и я хотел бы сказать то, что я немножко поработал, уже некоторые ювишки сделал. Вот, и оставил вот тело, вот голову и так далее, волосы. Вот, а все остальное уже, ювишки уже готово. Так, вот здесь давайте посмотрим. Вот так вот. Конвертируем. И вот здесь тоже. Я вот так вот сделал. Так вот разделил. Угу. Так. Ну, это уже готовое. Так, здесь немножко сделаем. Хочу показать пример того, что я собираюсь делать. Я хочу разделить вот этот хвостик. Это основной волос. Так. Давайте я покажу пример. Так, вот мой старый персонаж, ведьмак. Нажимаем play. И вот он такой стоит. Когда ходит, видите, у него хвостик туда-сюда. Физический объект он. Динамичный. Вот. Я. Иди сюда. Пим-пим-пим-пим. Вот. Вот такая вот цель, поэтому я хочу его разделить. Так, видите, вот косичка, вот так вот. Так, дальше здесь вот давайте закроем дыру. Пэмс. Так, группа сглаживания делаем один. Так, можно было бы тут сделать оптимизацию, то есть по идее, подождите-ка, можно сделать следующее. Зачем столько полигонов вообще делать? Здесь можно удалить. Кэп сделать, вот так вот. Все равно тут особо камера заходить не будет, поэтому можем вот оставить так. Так вот. Вот так вот. А хотя, для чего вот эти полигоны сделаем группу как два. Вот так вот. Вот. И тут тоже. Кэп. Упс, что это такое? Бум. Так. Вот так вот примерно. Так, группа сглаживания 1. Угу. Так, давайте начнем. Я приготовил специальный материал. Называется вот такой M-Checker. Diffuse канал. Checker. Тайлинг по 20. И вот такие вот цвета. Вот. Применяем их к этим объектам.
Как вы видите, ювишек на данных объектах нету. Их надо будет делать. Так, давайте начнем с хвостика. Так, UVW можно найти здесь, в модификаторах. А я поставил здесь, вот, правой кнопкой мыши. Так. Так, давайте сначала спрячем Map Sims. Так, делаем здесь разрез в самом невидном месте. Вот так вот. Выбираем. Вот здесь я оставил открытым. Вот теперь нажимаем вот Pelt. Нажимаем Star Pelt. Так, вот так вот. Нормально ли все? Нет, не нормально. Так. Давайте сделаем еще надрезы тут, чтобы как-то нормально все это ювишка легла. Давайте, если так делаем, получится ли. Так. Вот так вот. Так, давайте сохранимся. Иногда у меня, когда я нажимаю на Quick Peel, у меня макс зависает. Вот. Так. Давайте посмотрим, где тут у нас оверлапы, то есть накладывание друг на друга ишек. Так, overlap, solid. Давайте посмотрим. Вот. Вот здесь есть пересечение. Их надо исправить. А, попробуем вот так вот. Relax. Play. Нуп. Так. Давайте попробуем. Ну, теперь уже нет. В принципе, можно так оставить, разве что это не самый лучший вариант развертки. Вот здесь, видите, вот растяжение есть. По идее, желательно, конечно, использовать тут дополнительные плагины, как... Давайте я покажу. Как UV. Так, в YouTube я видел ролик. Как назывался? UV Spaces, по-моему. UV Spaces. Вот, вот этот. Unfold 3D. Вот, и если по презентации, если смотреть, у него очень крутые возможности. Пам-пам-пам. Вот. Но я не знаю, как я не пользовался им. Ну, я вам советую это сделать. Ну, если есть у вас возможность приобрести его. Так. А я обойдусь пока только 3D Max. Так, где у нас косяк? Вот здесь вот. Так, берем. Вот soft selection. Работает.
Ясно. Ну, пускай так будет. Норм. Так. Здесь все нормально. Так, идем дальше. Этот, берем вот этот main hair hair low. Изолируем. Так, что можно сделать? В первую очередь Map Sims выключаем. Можно бы сделать, ну, какие-то вот такие вот участки выделить. Так, давайте посмотрим вот здесь вот. Вот тут дырка. Так, давайте заново. Так, надо вот это... Нет, можно сделать вот так вот. То есть не кэп сделать, а закрыть вот кэпс. То есть коллапсом. Хотя, давайте пускай так будет. Один. Придется заново делать. Вот здесь вот очень как-то напряженная ситуация. Давайте, я хочу вот эту часть разъединить. Нет, вот так вот. Давайте сделаем break. Вот так вот. И... Опа. И более-менее стало. И вот здесь тоже. Break. И теперь выбираем. И еще раз купил. Вот здесь. Это немножко расслабит какие-то вот растяжение на этих участках. Вот. Так, идем дальше. Надо вот разделить, мне кажется, вот взять по центру, вот так прям сделать. Так, посмотрим, что из этого получится. Поп. Так, надо еще вот так вот. Так, надо вот этот, вот эти тигры, они тоже надо отвести, чтобы не задеть вот этот участок, который мы уже сделали. Вот, берем теперь полигон.
попробуем сделать вот так вот. Если получится, будет классно. Нет, не получилось. Вот эта часть меня жестко сильно раздражает. Не может нормально юишнуться. Так, анврапится. Ну, давайте вытащим вот так вот. Вручную придется работать все равно. Так, что тогда делать здесь? Мне кажется, надо... Нужно вот эту часть разделить. Ну, давайте попробуем так сделать. Ой, надо вот это убрать. Вот так вот. Так. А, нет, нет. Все, комп опять завис. Вот так вот бывает. Вот поэтому надо перед нажатием на эту кнопку всегда сохраняться. Не знаю, может оживет, нет. Нет, не оживет, кажется. Придется вырубать. И заново. Блин. Надеюсь, автосохранение было. Эх. Так, давайте посмотрим. Где мы сохранились? Нет, это не то. Давайте. Упс. Автосохранение посмотрим. Вот, давайте сохраняем вот здесь. Так, где у нас? Так, вот. Заново рисуем. Thank you.
кажется, вот здесь надо делать вот такие вот вырезы, чтобы UV нормально сгенерировался. Давайте посмотрим, что сейчас получится. Давайте сохраняемся еще раз и... Упс. Делаем... Так, сохраняемся. О, все, опять зависло. Давайте Макс заново запустим. Не будем нажимать на эту кнопку. На эту проклятую кнопку. Открываем. Так, что можно делать? Использовать простой релакс. Вот так вот. Конечно, какая-то жесткая ситуация получилась. Давайте поправим вручную. Очень страшная ситуация у нас тут, блинский. Так, давайте вот так вот сделаем. Вот так еще. И вот эту выберем. Ставим здесь еще. Почему так жестко? Слишком плохой тут у нас я сделал, поэтому такая ситуация. Так, тут надо будет все-таки чуть-чуть хотя бы сделать, чтобы более-менее казалось. Не так сильно было. Не так много растяжений, чтоб не бросалось сильно. Так. Угу. Так, соединяем. То, что вот этот отсоединили, вообще никакого эффекта не дает. Так, не дало, так сказать.
будет. Как так? Что это? Что? Где? Непонятно. Вот. Тут. Это нормально еще. Так будет. И вроде. Так, давайте посмотрим. UV. А, здесь есть косяк. Ой. А разрешение поменьше сделаем. 512 512. Вот здесь вот. Вот здесь что-то есть. Тут ничего нету. Ладно, тут кажется надо сделать прямоугольник так вот. Все, теперь все окей. Вот эта часть. Так, давайте предскажем, где у нас будут косяки. Вот здесь. Не, вот здесь особо не будет, кажется. И, ну, давайте попробуем сразу взять и Pelt. Relax. Окей. Тут нормально, тут все вроде норм тоже. Вот здесь вот есть косяк. Окей. Теперь все нормально. Так, где это было? Вот здесь. Все хорошо. Вот так должно быть. Ровно все легло. Так, теперь всех пакуем. Конвертируем. Готово. Теперь вот эта часть. Давайте сохраним все на всякий случай. Отключаем Map Sims. Делаем вырез вот в невидимых местах, чтобы не так сильно бросалось в глаза.
Берем верхнюю часть. Так, где могут быть косяки? Давайте попробуем вот здесь добавить. Давайте сейчас потестируем. Проверяем. Start build, relax. Так. Готово. Не, все нормально. Идеально. Так, внутренняя часть. Так, по идее, вот эта часть, вот эта линия, вообще можно было бы не делать. Вот. Сейчас посмотрим. Build, start build, relax. Ну, есть, конечно, вот здесь вот косяки, но их можно вот так вот расслабить вручную, и будет готово. Так, давайте посмотрим. Может еще. Может вот так вот. Nope. Nope. Ну, пускай так будет. Это где у нас? Вот он. Вот оно. Так, может. Однёрку сделаем. И вот здесь. Нет. Вот. Так, теперь вот это берем, пакуем, конвертируем, и готово. Волосы, можно сказать, готовы. Так, сохраняемся. Осталось сделать тело. Так, как вы понимаете, то, что вот здесь вот руки, они одинаковые. И поэтому можно сделать вот эту часть, а потом сюда скопировать. Вот. Можно тело полностью вот так вот удалить. Так. UV-шки. Включаем. Map Sims. Тик. Хоп, хоп. Где у нас? Сын. Тик. Давайте посмотрим, где можно делать шов под мышками. Упс, нет, не там.
Кстати, здесь нет. Нет, 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 нет. Так. Пом. И вот здесь пок. Вот так вот сделаем. И. По идее, вот этих полигонов их не будет в конце, поэтому давайте их вот так вот. Опа. Окей. Mm-hmm. Так, затылок у нас будет цельный до. Так. Затылок, затылок, затылок. Он будет таким вот цельным, кажется. Там уже волосы закрывать будут и так далее. По идее, вот здесь вот можно было добавить грань. Что-то я слишком долго с этим парюсь. Давайте пока перейдем к перчаткам. А почему здесь я сделал, непонятно. По идее же здесь должна быть. Окей, okay. Здесь вот проблем не должно быть. Так, теперь кисти. Ай. Окей, давайте попробуем. Здесь вот выделить вот так вот. По-моему, я вот тут ровно сделал стык в стык, чтобы можно было его вот так вот вырезать потом. Надеюсь, я так и сделал. Так, вот так вот. Теперь берем вот так вот. Так. Совет на будущее. Когда вы делаете ретопологию, всегда смотрите, как вы потом будете делать вот такие вот надрезы для UV-шек. Вот это вот, так сказать, не-не-не, вот осталось вот так вот сделать. Угу. И вот, кстати, можно вот эту часть не делать.
Давайте уберем отсюда. Вот. Так, сохраняемся. Попробуем quick build. Пам. Все работало. Теперь apply. Во-во. Так, где у нас этот косяк? Вот. Вот этих, в этих участках. Однозначно надо использовать какой-то второстепенный плагин, другой софт для работы над ивишками, потому что вот такие участки постоянно возникают, все равно по ходу дела все равно будет возникать, поэтому лучше в арсенале иметь какой-нибудь крутой софт для развертки.